Узнаете? Белку и стрелку тренировали около года. Приучали к перегрузкам, космической одежде, датчикам, к ограниченности движений, к автоматической кормушке и склейкой питательной смесью, которая не выпадет при невесомости. И так снаряжен своеобразный Ноев ковчег космической биологии. Он пролетит 700 тысяч километров и вернется на Землю. В этом лифте уже мог бы подниматься на корабль космонавт, но мы хотели проверить все еще и еще раз. Как самочувствие, главный вопрос. Как самочувствие? Меня это больше всего интересует. Вы знаете, Дмитрий Олегович, по-моему, отлично. Пока все хорошо, мы вовсю осваиваемся, уже начали снимать. Чувствуем себя хорошо, да, Юль? Чувствуем себя хорошо. Контейнер на земле. Он точно приземлился там, где его ждали. И как радостно было встретить путешественниц целыми, невредимыми, жадно вдыхающими земные запахи. Это все круто было. Мы как на американских горках получали удовольствие, мне кажется. Да я не знаю, на самом деле у меня немножко грустное сегодня настроение, потому что вроде бы нам казалось, что 12 дней это много, а уже вот когда уже это все заканчивалось, уже не хотелось расставаться. На пресс-конференции журналисты узнали, что небывалый биологический опыт увенчался полным успехом и предвидел час полета человека. Во-первых, это все-таки новость кинематографическая, да? А я в последнее время вообще не отслеживал, что происходит в нашем кинематографе. И я эту новость случайно вообще узнал. Вот буквально вот на днях, что вообще что-то происходит, кто-то готовится. Потому что я, видимо, не смотрел так. Первый канал, видимо, я вообще мало смотрю, чтобы узнать об этом, что происходит. А в интернете как-то я особо не прочитывал эти все вещи. Вот. Поэтому был незнакомый. Вообще наш кинематограф, он такой какой-то, какие-то все нехорошие фильмы выпускает. Такие вот, типа Чернобыля с этим, с Козловским, да. Вот. Ну, мы сейчас все в интернет-пространстве находимся, да, и понятно, что я тоже, если уж хочу что-то поанализировать, я смотрю какие-то интересные обзоры, у нас есть несколько интересных людей, да, в интернете, которые очень профессионально отчасти там высказываются о фильмах. Вот, и, к сожалению, да, мне непонятен наш кинематограф, потому что очень мало фильмов, то есть КПД хороших фильмов в России очень низкое, поэтому смотреть их не всегда даже хочется. Вот. Хотя даже где-то там имеется госзаказ, но какой-то он такой корявый. Фильм получается корявый, я не могу понять вообще, почему они просят деньги в фонде кино, потому что любая заставка начинается там при поддержке фонда кино. Вот. Я не могу понять, в Голливуде там государство, вернее, государство Голливуду не дает денег на все подряд, да, может, на что-то и дает, но там не начинаются все фильмы, и да, тем более о космосе там, потому что это чисто коммерческие проекты, да. Вот. А у нас почему-то везде нужна поддержка государства, непонятно почему. Вот. А поскольку в самом кинематографе ничего не поменялось, вот, соответственно, поддерживают тоже нехорошее, то, что сняли бы и так, видимо. Вот это мне первое, как налогоплательщика, раздражает. Вот. Теперь касательно самой новости, да, я ее тут увидел. Ну, наверное, все потешаются, но, с другой стороны, на фоне того, что у нас ничего не получалось, я сейчас все-таки считаю, не получалось по той же простой причине, что у нас есть бардак в определенных отраслях. Вот. И как и любой отрасли, как я и говорил, там, опять же, вот религии не хочу касаться, но я РПЦ не считаю религией, я считаю это корпорацией, да, чиновнической, да, которая к религии и тем более к вере никакого отношения вообще не имеет. Вот. Она, естественно, поражена всеми проблемами любого
общества коррумпированного, да? И также, видимо, и там и Роскосмос, и все остальное. Ну, везде что-то есть нехорошее, вот, которое мешает что-то делать, потому что нет хороших хозяйственников там. Вот. Советские там руководители ушли, которые могли что-то держать, да, а новых как-то не народилось. Вот. Почему? Ну, по крайней мере, не везде. А если не народилось, то мало. Вот. Поэтому там просто бардак. И вот эти переписки Рогозина с Илоном Маском, они там постоянно что-то пиарят друг друга, да. Вот. Ну, я просто в оригинале читаю эти шутки там потешные. Вот. Но действительно, слово-то сказать, у них-то там что-то получается за рубежом, да, и частные компании реализуют проекты. Где-то успешно, где-то неуспешно, но реализуют, и у них это получается. И они такие масштабные, да. Я думаю, запустить двух туристов в виде актрисы, притом не самой прекрасной, на мой взгляд, могли бы посимпатичнее кого-то выбрать, в общем, и режиссера в виде туристов, да, я думаю, это не самое сложное и не самое дорогое, что можно было сделать государство, да, потому что у нас вот там месяц-два месяца назад уже все туристы залетали активно, эти западные, да, и Virgin Atlantic этот полетел там, не Atlantic, а Galaxy, как он там называет свою компанию, это Брэнсон, да, британский там, и этот Amazon у нас полетел тоже со своей компанией, они там уже все в космосе летают. Без помощи государства. Ну, скажем так, может, и не без помощи государства, но все-таки за свои там деньги. Вот, это несложно уже отправить. Поэтому я говорю, это самое простое, что могло государство сделать, и этот ход такой больше пиар какой-то, мне кажется. Вот, действительно, такой пиар. Поэтому, конечно, стыковка там двух граждан, ну, отправление двух гражданских лиц на МКС, это, наверное, круто и замечательно. Вот, здесь можно только что сказать. Вот если у них получится хороший фильм, да, тогда и поговорим, зачем все это надо было, да. А если получится опять Queen G, вроде Чернобыля там, или еще чего-нибудь там, или это Владимир, или как у нас там это было. Да-да-да, был такой, Владимир. Да, ну такие какие-то нехорошие ощущения остаются от этих фильмов, если честно, то ну, тогда смысл опять же деньги налогоплательщиков это делать, вот. А вот это, кстати, действительно, у нас опять всех останавливает. Это же все делается за наши с вами деньги. Вот, вот это. Поэтому мы имеем право говорить и критиковать, что хотим в этом Причем плане. С обеих сторон, что возьмем Первый канал, там тоже деньги налогоплательщиков. Да, отчасти. Да, да. Поэтому мы имеем право говорить и критиковать, как хотим, вдоль и поперек. Вот. А когда дело касается какого-нибудь там Илона Маска и всех остальных, да, они делают за свои деньги, поэтому что их там критиковать-то? Там как раз можно либо порадоваться, либо огорчиться, да. Вот. Это существенная разница. А это существенная разница, это вот как раз барьер, который вот не позволяет нам, может быть, так же вот себя свободно и чувствовать отчасти, да, потому что если бы у нас был доступ и наш бизнес мог же так же управляться, или, по крайней мере, наши эти корпорации были отчасти там частными где-то, да, и по-другому себя вели, может быть, и порядка было бы больше, да, тогда бы уже давно бы все состыковались и уже 20 фильмов там сняли на орбите, да.